Всем привет! Это обычная дача, а это круги, оставленные НЛО на траве. Загадка разгадывалась ровно 3 года. Газон этот разбит был 10 лет назад. Первоначально он был мягкий, шелковистый, красивый, зеленого и изумрудного цвета. Но 3 года назад произошло подмерзание, и мы решили подсеять траву. Сначала я ничего не поняла, а потом заметила, что трава-то растет другая. Она более быстро растет, более колючая, какая-то растопыренная, высокая, темно-зеленого цвета. Первоначально был посеян спортивный газон, поэтому в магазине я попросила подсеять траву для спортивного газона. Мне продали, сказали, улучшенный спортивный газон. В результате вместо ровненького изумрудного газона, газон теперь вот такими пятнами, будто тень от дерева. Теперь уже ничего не сделаешь. Буду ждать, когда вот эта более агрессивная зеленая трава вытеснит мою изумрудно-зеленую. Газон будет другой. Так что, когда сеете газон, записывайте четко название фирмы, название травы газонные, чтобы потом подсеивать ровно такой же травой, иначе у вас будут такие же пятна НЛО.